Udruga ruskogovornog područja u Međimurju Kalinka obilježava 15 godina postojanja. Udruga koja ima više od 100 članova čuva nacionalni identitet, popularizira ruski jezik i kulturu te predstavlja običaje i tradicije multinacionalne Rusije. Često ih nazivamo mostom koji spaja rusku i hrvatsku kulturu. Obljetnicu su proslavili svečanim koncertom i izložbom Kokošnik. Više o svemu Danijela Bratić-Herceg. Petnaest godina zajedno divno zvuči. Nije to samo proslava godina koje su iza njih, nego slave i svoje prijateljstvo, obitelj, očuvane običaje, ljubav prema domovini koju su napustili i onoj u kojoj su pronašli novi dom. Međimurska udruga Kalinka najveće je društvo ruske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Лет вместе. Это невероятно быстро пролетело, настолько насыщенный, интересный, замечательная деятельность, жизнь, которая наполнена творчеством, радостью, какой-то, знаете, совместной деятельностью. Когда люди много говорят или просто, например, пьют чай или собираются, это, к сожалению, как-то приходит на ноль вот просто. А когда их объединяет какое-то общее дело, и когда есть от этого результаты, и когда есть куда стремиться, я вас уверяю, что общество, любое общество, у них есть тогда и будущее. Udruga ima više od 100 članova, pola ih je vrlo aktivno, no i oni koji sudjeluju u redovitim aktivnostima u udruzi imaju važne uloge. Потому что мы и поём, мы и пляшем, мы и руками много всего делаем интересного. У нас есть студия изобразительного искусства. У нас есть наши такие события, мероприятия, которые уже известны по всей Хорватии. А это, например, Дни русской культуры или русская кухня на Меджимурском столу. И также у нас живая классика, значит, смотр дечек стварала, что исто проводимо. 15 godina svoje udruge proslavili su onako kako najbolje znaju, uz brojne prijatelje iz Hrvatske i inozemstva. 15 лет – это невероятный возраст, то есть как раз самый расцвет. Мы очень горды, что у нас есть такое общество, общество Калинка. Это самое многочисленное русское общество, и можно сказать, прям не кривя душой, самое активное общество. У них есть ансамбль, они танцуют и поют. Нет праздника, который бы не проходил без участия Калинки. Bila je to i prigoda za izložbu umjetničkih radova Kokošnik i druga slavenska ženska oglavlja. Испокон веков русская традиция одевать головной убор, украшать голову девушки, и этот головной убор назывался кокошник. И кокошник мог быть в семье один единственный на много-много поколений. Это дорогие вещи, которых, конечно, никто в поле не работал. Это одевалось только на праздник. Есть еще головной убор, который назывался повойник. У Руси є везення древна вєштина. Везли су дівчинки са села і царські кчері, так да свака обітель има свою повість кокошника. Ну, когда я одеваю народное платье русское, я чувствую себя очень красиво, грандиозно. Я чувствую то, что вся история всей России, всей Руси, российской культуры течет через меня, и я считаю, что нужно сохранять вот нашу историю, и нашу культуру, и наши традиции, не только русскую, но и всего мира. Kalinke su s prijateljima održale i svečani koncert na kojemu su predstavile bogatstvo svojih aktivnosti te svu raskoš ruske tradicije.